о помощи. Вот на этой характеристике указать ваши паспортные данные. Я ему сбросила ваш текст, чтобы он это напечатал, ваши паспортные данные указал и сфотографировал. А я это здесь распечатаю. Вот так будет правильно. Понимаете, о чем я? Ну так от меня сейчас что нужно, чтобы правильно сделать-то? Смотрите, я вам еще раз скажу. Я Николая попросила. Это нужно напечатать. Вот то, что вы мне прислали, да? Да. Характеристику его. Ее нужно перепечатать на лист, указать ваши паспортные данные, поставить подпись. Скажите, вы можете это распечатать или нет? А как я распечатаю, если это у вас все находится? А вот вы мне сейчас сбросили фотографии или... Паспортные данные я сейчас скинул. Давайте я посмотрю сейчас и перезвоню вам. Так, я один документ хочу вам скинуть. Я могу такой документ выписать. Важный документ. Меценатство. Я сейчас скину вам, вы его посмотрите. Там, то как его величать-то, ни разу даже не показали. Как величать-то его? Илью. Вы знаете, сейчас дело уже заканчивают. Материалы передают в суд. Вот поэтому мы собираем на него всевозможные характеристики.